А? Вот теперь ты вообще будешь внизу строчки ДПС. В воскресенье лутанешь на паладина, только не переживай. Во втором рейде падает не на да, паладинов. Во втором рейде на паладинов также паролите токены. Во втором рейде на варов падает. Угу. На варов это хорошо. Саня зашел, сразу два токена забрал себе. Да, правда, за один ДП сразу. Токен выпал. А что выпало? Гудлик, прикинь, мы пошли в рейд, а у нас демона нет. Пиздец. Нелема есть. Демон в рейде, как дополнительная тринка. Нет, один на лоб и два на пало. Там Невер забрал штаны эти. Что, я уже... Бля, я их уже открыл, хотел... что, ребят, сорян. Ну, их фейп это проебался, хотел забрать. Блять, фейп, это чё? Ну, вы закрыли, получается. Вот просто, вот ты мог хоть среагировать, но не на... Что упало? Ну, ты позже. Ну, там шмот какой-то выпал. Ну, сорян, я уже просто их открыл. Не спецом, но... Да ладно, наверное, ну, как бы, было время, ролл не породил. А следующий у нас этих токенов падает, у нас на ДК не падают токены. Ты все равно пишешь на арго, я не понимаю. Он написал, да, ладно, пох. Потому что на пулов нету, и все. Кару не в рейде? В рейде. В рейде. А что, он выше тебя? Mm-hmm. А его, может, не было на магике? Был, наверное. Знаешь, он прослакал уже. Да не, просто ему офсетом они берут. Так дело. Вон, да, это так мягко ш... сидит, блядь, демон. Давай шкафчик. Да это мягко нету в рейде. Его еще надо было взять? Где вот сейчас был? Я залечу. Так, где дрыщ, блядь? Че я такой, я тут. Что там, дрыщ? Помоги. Не было демон бафа. Я первый. А, бля. Да я не помню, 12 даже не дал. Здорово. Ну, кстати, нет у меня с этого магика. Ну, там что-то типа 11.8, по-моему, было. Ну, там первый фейп. Навер, ты шаришь, это ремикс играет или нет? По-моему, ремикс. Дай сделать. Короче, слышите, парни, у меня проблема с палом, у меня проходки нет на ИК-10. У меня проспал полторы недели всего, я ничего еще не успел открыть толком. Если есть кого заменить? Ну, сложно сказать. А если нету, тогда что? Пойдем 24. Дайте время. Не-не-не, у меня маг еще есть. А, вот так. Там проходка есть уже. Ну, ты можешь просто... Да, а в следующее... Ты в воскресенье собираешься с магом идти? Нет, я работаю в воскресенье. А, ну, тем более. Тогда, да, это мягко, давай это. Давай на мага тогда, если когда, ну... Да, мне... Надо, то давай. На особо плевать сейчас. Давай. Ну, так у меня. Да, шмот сам выбью. Чё, прикол упадет сюда? Так розы нет, упадет прига. А, ну да, кстати. Да не, в тот раз падало же. Розы нет, упадет, значит. В первом не падал. Видишь, гудлика не было, Т4 упал. Значит, розы нет, прыгай, упадет. Призумал, бежи. Есть у кого бакашные... Фоска. Вот это заявление, конечно. Да, тут одного танка, да. Да вам только что босс всем топором в лицо плюнул. Зушка, сейчас дам-ка. Челядь кастерская. Как вы с нами миликами вообще тягаться удумали, да?
Дон, да зачем тебе эти трофейки? Ты ж в 24, Т4 хотел брать. Не, я это на Фолика. Ой, ребят, ну не спите. Нет, трофей без ЕПшки. Типа, если продашь за 50 голды, тоже роли, да? Нет, мы их не продаем, ребят. Только кто оденет. Давайте это, ну, мы ж кельто на 50 голды кидаем. Что это такое? Вот сразу после ролла. Давайте запустим еще, у нас там много еще мода. Ребят, только если вы, ну, их оденете. Ногой оружие, держи. Топ-приор. Что, там запустили, Невер? Я запускаю, давайте 3, 2, 1 делать еще хотите. Сейчас великий чернокнижник Кефрат Непопамс призовет вашего нового противника. Готовьтесь к бою. Эру на этих, на вулкана дадим. Снимите шкуру, у кого есть. Не снимайте. Он вас на ГП разводит, не снимайте. Пока никто не видит, во время пула можете. Возьми файр. Ну, это тебя первый мастер. Слушай, ну мы же так карася вычислили. Потому что Нарс будет сгорно был. Ооо. Ну, Нарзика не видел, карася прям за руку поймал. Вчера. Готовьтесь к забвению! Ничтожный гном, тебе погубит твоя самоуверенность. Ставь лайк, если без ДБМа я смотришь по тексту. Смотрю по тому, как он руку поднимает. Перед вами Джараксус, эренарский повелитель пылающего легиона. Я пока не могу прочитать это заклинание. Я вас всех обгоню. Просто держитесь. Ждите. А поезд бы всех обогнал. Конечно. Вместе с Рейзом. Издевалечка. Да, и если Полюшка. Не, Полюшка вообще не. Все в одного трансформера собрались и побежали против босса биться. Зорки скажешь, что мне сегодня этот поезд сказал? Че? Он 4 куска выбил. Сказал, на да всех боссов дает 15 тысяч ДПС. Гудлик, иди к Полюшке, к поезду. Потуси там где-нибудь. После рейда потом расскажешь свои удивительные истории. Не до шмота. У нас вообще-то сложный босс. Что, я вынес? Да, я вижу. Марафонец. Это слоупок получается. А давайте смайлик нарисуем, получится? Не получится. Так, сейчас голем выходит, сразу в него заливаем под второго сокру. Я на данный шоу. Голема сыграли все. Мастер Аурн огонь. Блять, БР. Кранца. Сокру сразу нажми. Вы умрете. Вы умрете. Карнес Уиннер залейте. Сова. Гарри, Карнесу. Это Патя. Есть. Ну вот, залил. Наглая рожа туда же. А, Ферал. В Карнесу. Уиннер. Кто-то может и Хиромана. Хорошо. А, почему линия отображает? Я не знаю, там все нормально у Карнеса, уже
процентов 60. Я не про это, я инер не вижу. Справа вижу, а в этом, в другом аддоне не вижу. Ну все, у нас все нового инера, по-моему, нет. Крисит нагло, да, войт идеальный. Нет, нету их, да. Да нам и не надо, тут 20% осталось. Не надо. А тут это... Мы даже без этого... Без вулкана добьем. Гляну, Войда обогнал нормально. Победили, ура! Послужить уроком тем, кто смеет беспечно играть с темной магией. К счастью, вы победили демона, и теперь вас ждет новый противник. В правую руку, гля, фейп, топор тебе. Или ты не будешь комбатом? Не, вправо лучше с этого бери, с Мальчезера. В смысле, зачем? Там она 2.6, это полторашечка. Это в левую туда. Ой, да, в левую, тьфу, господи. Да, право слева перепутал. Ой, турнир продолжается. Дайте рыбов попало. Тотемы убирайте, все убирайте, запускаю босса. Давай там быстрее, разбирайся. Вы встретитесь с могучими рыцарями серебряного авангарда. Лишь победив их, вы заслужите достойную награду. Забери так, передашь, я уже запустил. Орда требует справедливости. Мы вызываем альянс на бой. Позволь нам встать на место твоих рыцарей, паладин. Скажем этим псам, как оскорблять Орду. Хорошо, да будет так. Сражайтесь. Я с голубой кончусь. Не щадите никого, герои Орды. Локтар Рогар! Слава Альянсу! Лапу еще бафните. Тоже порядка 2000. Сердоль. 3 милишника. Неприятно. Ну, все направо. Да, вы направо идите, маздину заливайте. Карнайс, вот прям вот здесь где-нибудь стой. Чтобы вот на максимум ренже даже не холивайта, а частица. Хорошо. Давай. Маздину грипайте. Я пытаюсь ружку, вара, ДКшку забрать на себя. Первый грипает хрипатый, у него забирает дами пирекс, у него забирает дуат. Стойте на деревяшечках тоже. А, по контролю. Давай, отлично, тебе дерево. А, зоркий, на тебе маг. Лок на фейке. Друиды, с вас руты, если что, по милишникам. Касты шаману сбивает шаманизм. Касты присту, он же прист, луна. Да, прист. Присту сбивает нейвер. А в кого там еще? А, дерево? Ну, дерево, если что, айнан.
Угу, хорошо. Я, если что, ДКшник. 5, 4, 3, 2, 1. Еще гриб. Ебать, к нам банда бежит. Лок. Давайте лок. Если есть возможность, давай ты. Хз, а кто-то будет помогать мне диспелить? Я не скажу. Когда столк. Если кто-то может залить ему Ану Карнесу. Наглая рожа, да, Карнесу? Гимнал. Что есть? Да. Че, падаем? Добейте пока. Да у нас уже пол рейда лежит. Поэтому... Ничего страшного. Жалкое зрелище. Алик Феймер. Хотя. Размазня. Да, не, не, подожди, сейчас. Не, все, все, уже, уже все. Все, стопнули хил. Спиной повернулись. По лицу получили. По жопе получили. Встали, побежали. Там мы получили дружку, если честно, конечно, сделать. Без кера, да, были еще. Да ладно. Роман. Ну да, да, наверное, надо было. Ну все, плащи не получше. Да. Обидно. Согласен. Там нас не вайпались. Кстати, да, слушай. У меня раз тут не вайпались. Мы, по-моему, еще ни разу здесь не вайпались. Это вы во втором рейде просто не ходили. Да, во втором рейде не вайпались. Ага. Как-то у нас 20 человек просто раз было. Да, мы не вайпались на чемпах. На нубе, да? На нубе вайпались, да. Да и тут вайпались. Дрищ, проснись. У тебя трусы сняли. У нас три хила. Не было. Вот, там деле просто вообще не было, я не знаю. Отходите в правую сторону. Блин, а вот отдаешь, и на тебя уже все мобы просто. Твой косяк получается. Слава Альянсу! Да в целом справлялись, типа, тут просто вопрос в том, что сейчас Гера будет, мы под Гера быстрее все это дело забьем. Стоят аккуратно. А че тут что? Потом Донт его увидел.
костах Ольбова сидит у нас шаманизм, на костах друида Айна, на костах звездочки Нейвер. Друиды у нас контролят Дрищ, а зорки у нас контролят Лока, фейка у нас контролит печеньку. Играем в черепочек. Я милишников попробую на себя забрать. Корнес так же подальше стой. Энг будет, скорее всего, по рейду ходить, он неудачно встал. А его контролит у нас Гарик. Мио, и ты кон... Милый контролит, кого у нас контролит? Он, ну хули пау, давай по контролю еще. Еще раз раньше ручку за кого я контролю. Слева стоите. Вы слева стоите. Гарик по НХО. Я понял. Ребят, вы с другой стороны. Тут много милишников. Дон сразу тише заговорил, когда сказал слово «милый». Угу. Пацаны не поймут. Милый, ты... Чё поймут? Всё поймут. Блин, конечно, ник забавный. Не самый забавный, поверь. Я на старте очень хороший ник сделал. Для РЛ забавный. Это милый БР, да? Милый, ты покушал? Милый, я сегодня опоздаю. Милый, что не так? Ладно, милый, давайте уже это. Блин. Так, слишком много внимания. Бутер. Встаньте ближе, вот вы упритесь в стену сюда. Я тут, но у меня полный фриз. Кто у нас из ДК на этой стороне? Пирекс и еще кто? Все три. Все три. Той Донт. Давай, первый хрипат ты грипанешь, потом сюда к нам ближе грипанет. Или ты его распределял уже? Самый порядок. Конечно. Хрипат и Пирекс Дуат. Будь разолгал. Дуат, вот сюда прям встань, Дуат. Больше сбивайте косты, больше диспельте. Больше контрольте. Можно не дамажить. Ну, короче, ладно, без бутера. 5, 4, 3, 2, 1. А чё, где, по где? Мне тут хил нужен. А Гера была? Да, была. Что-то я не вижу Гера. Я не вижу дебафа. Кого дальше? Лока. Маздину играть? Маздину играть. Да, рогом. И Геру наконец-то сдать. Вопрос есть Масфир? Сдал. Угу. Харзоп, играйте.
Фея бы, наверное. Сейчас потом с чего-то. Оо, чё вы тут? За контроль ли, ромбик? А, ну это твоя собака пришла. У нас хилов не хватает. Да у нас же пол рейда опять лежит, у нас хилов не хватает. Надо... Бейте, не нойте. Давайте еще спекнем на кого. Ну все, уже у нас 3 упало, 4. Один спринт. Я вообще не понимаю, почему мы в 3 хила ходим. Если нужно 5. Ну потому что вы сильные. Да какие мы сильные? Мы уже второй раз вайпаемся. Ты просто расслабился, больше упора на вар сделал. Да в смысле, мне что так донту надо бегать постоянно. Ну давайте, ладно, 2 хила. Ой, еще 2 хила добавил. 2 хила. Идеально с комбинацией теперь хилит. Да зачем, в одного ДЦ нахуй париться? В целом, да. Пусть каждый сам себя хилит вообще. Пусть вар себя бинтует. Ну, бинты у всех есть. У нас нету уваров спека. Какого спека? У нас у волка есть этот Таршам. Боже мой, а чего говорить? Нет, я говорю, что у нас уваров нету спека танков. Чтобы они стойку выключили и жили спокойно. Когда требует справедливости, мы вызываем альянс на бой. Позволь нам встать на место твоих рыцарей, паладин. Да, он уже спекнулся. Этим псам, как оскорблять орду. Чего? Да будет так. Сражайтесь. Да, хватит. Не щадите никого. Ну, Карнес туда с этим пойдет веселиться, с Донтом, а три хила здесь захилит все. Расмус, у тебя про 6, по-моему, танк. А про каких трех хилов? Да, есть. Давай про... А, у тебя есть щиточек какой-нибудь? Ну, идеальный Карнес, Исполин плюс Волк. Какой-нибудь нет, он 232. Ладно, тогда забей. Нормально. Так. А ты-то зачем? Давно пора на для Ика выпустить итем с 1%, с одной единицей брони и дохуя там уклонение, чего-нибудь такого. Специально под чемпов. Секундочку, замочек, вот он. Тяжело становится. Я могу офнуть его. А, да я замутил себе его. Так, по черепочку то же самое играем. С левой стороны стоим, гриппы, потом в самом порядке, контроли. То же самое. Магия. Мага контролит фейка, лок контролит зоркий. Фейки помогает Кару, зоркому помогает Дрищ. А милый контролит Холи Паладина. Айнан на костах у Хэпава, шаманизм у Шамана, Невер у... Кого там? Приста. Приз без метки, Невер, запомни его. Волк в хиле. В принципе, все. Ну, ты также черепочек, РДД крестик, зона, потом... РДД-зона, встаньте за Дживса. Черепочек, крестик, ромб, печенька. Так, в таком порядке пьем. РДД все за Дживса переместитесь, вот где шаман прыгает с розовым щиточком. Милый демка, пожалуйста. Нехуй там всем стоять.
Щиточек сложно рассмотреть. Там только ДК стоят и гриппают. И ДК не спитят. Прилетел до Хрипатова, Пирекса, потом до отсюда к нам в РДД-зону. Прям может вот сюда встать и вот отсюда прям гриппать, чтобы он глубоко был. Да-да, не как в прошлый раз. Да, с досок не двигайтесь вообще отсюда. Достал армор. Хелон. Фейп тут. Дайся. Огурчики возьмите. Что, там вернулся, нет? Два, один. Кого дальше? А нет, ногой рожу. Ну не, нормально. Во, ромбик сыграли. Вока играйте. Ромбик, репаните туда на доске, кто-нибудь из ДКшников. Я сам. Печеньку прям, да. Масфир есть у нас? Вовбро. Есть, дать. А давай. Бать они ПВП. Тут дети, ледяные оковы, закиньте в лока и босс, теперь ты масфир дай. Пиздец, два сала в касс. Шикать там. Дальше не против ГВК арене. Печенька, играйте. Я хочу такой же скилл на арене, как у них. Такой же хп. А пятерка вообще есть? Нет, нету здесь. Готовьте масс диспел сразу. Я посмотрел замес 5 ДК против 5 паладинов. Начинай кастовать уже. Еще раз. Все, доигрывайте. Играйте в сову. Пока убили. Угу. Ну, ровно в тик как раз вытащили из глыба. Там даже мацев не успела появиться. Я здесь полечу. Угу, да, я вижу, нормально. Машина рога. Чуть-чуть поближе. Я просто вижу, как там вар хорошо стоит. Ну, бейте сразу луну, что он там сразу стоит тогда, после трусов.
креста потом играйте. Потом шамана, потом уже крестик пойдете. А крестик ходить никуда не надо, будем лучше его гриппать. В том же порядке. Играйте звездочку близко на. Кайфу за контрольте подходит к вам. Крепайте Каифу даже кучу, когда ветра закончится, все, бейте. Два раза не надо было, ну ладно уже. У кого из ДК грипп есть сейчас? А, все, вам привели рогу. Так, по-моему, сейчас есть у Хрипатова. Хрипаты, ты подойдешь, гриппанешь ДКшку за тобой. Кого там? Дуат. Ну, соответственно, на центр его оттянете. Там двое осталось? Да, да, да. Да, слушай, давай. Да, ну хотя бы в целом. Оттягивайте, да, вот так вот его. Все. Очень ответственно, аккуратненько бейте, своих не задевай. Ну, я думаю, это Валь. Не-не-не, играем до конца, до конца. Милого убили, так. Вообще, вы должны научиться гриппать так, чтобы первую метку, которую вы гриппаете, догрипывали стену, и она разбивалась об нее. И выкидывалась за стадию. Типа, ну да, сломал себе две ноги и сразу там нанес ему там 0.5% хп. Ну. А еще щиточек. Сегодня день щиточек. Слушай, а можно щиточек поменять, он красивее? Да, красивый пиздец. Да, вот он какой-то страшный. Давай поменяемся, Волк, я тебе не красивый розовый дам, а ты мне вот этот красивый. Лишь сплотившись, вы сможете пройти последнее испытание. А, это плащ. А, да, это ДП. А, подожди, нет, плащ, это нет, не то. Ой, тотем уберите быстрее, тотем уберите. Уберите тотема. Мы наступаем на те же грабли. Чё? Может, так разочек чуть лут не проебали. Один раз проебали. Не проебали даже, да. Дуат, а вот куда ты ролишь? У тебя чест крафтовый, плечо 45-е, ноги 45-е. Молодец, кто нас на мейн ролит?
Я на ПЦ, мне два надо. Расмус, Пирекс. Того в спирт. Ты ДЦ 2, Т4, 2, Т9 будешь оставлять? Ну, пока да. А 4, Т4 еще долго очень. Пирекс вижу 73. Я ему не отдал. Ну, ФДК только в приоритете получается. Угу. Остальным по хуям. Главное, чтобы ФДК потом еще остальные все не трофеи не ролили. А они постоянно ролят. Вот сколько раз сюда ходил. Не Пирекс, может, другие. Давайте пиздец. Донники меняют, будет? Непонятно, что это. Расмус, ты в танке. Нет, ты тоже в танке. Во втором рейде отдают, кто захочет, тот забирает. С такой рекламой скоро в первый рейд вообще никто ходить не будет. Последний раз пугов набирали. Ты думаешь, мы вообще есть пуги, мы собрались просто. Док, напомни, что тут танку делать? Танковать. Вот тут вот. Вот так вот. Рейд защищаешь от сферок другого цвета. Вот рейд черный стоит, ты ловишь белые. И у себя тоже меняешь, соответственно. Смотри, шмотки нормально. Ну вот, пойди возьми себе цвет. И так же потом с этой стороны, да? Да, потом также со стороны центра, да, защищаешь нас. Ты, короче, сегодня уже решала. Каждый раз уже кажется. Почему у нас челик один в толпе с белой меткой? Не знаю. Кто-кто-кто-кто-кто, давай его снимал. Я не вижу. Это волк. Или волк, не волк? Метку. Да, волка. Что волк там, это... Мишка? Ну, типа... Хуйня какая-то. Ой, ну раздайте БР, что наглая рожа зоркого, а БРКД, видишь, идеальный БРКД. Войд, сову, сова зоркого. Заебись, вместо бурста сдал кучу. Черные не лови, Расмус. Вообще не трогай черные. Поменяли. Переключили. Расмус, теперь от черных защищаешь. Поменяй тоже. Каста. Отлично. Пиздец, ладно. Давайте перейдем. Масбафы дайте. Вот, вставить чуть пару шагов правее. Не, Расмус, не поменяли. Расмус-то правильно сейчас черный бегает. А, снип не поменял, он черный. Им также. Что там? Ничего не делал. Успел. Рибов, пошел вам закиньте, пожалуйста. Темную воронку взяли все? Черную взяли. Все. Черную. Играем черепочек. Сейчас перебежим. Побежали. Ой, у вас там каст. Давайте прибегаем, Геру даем, тогда добивайте. Это все. Почему только сейчас Гера была, непонятно. Потому что там прокнуло всех. А потому что на Анобе она нам не нужна до последней фазы. Она откатится. Мы в прошлом
прошлый раз пискеры это все убивали. Бьем черепочек. Играем так же. Не меняем цвет. Я собью. Сможешь? Ну да. Мне меткости много. Рано сбил. Я знаю. Осуждаю. Ну, вдруг не смогу. Ну, то есть не смог, в принципе. Ну да, да. Что-то там только пытался выпендриваться, что у вас гардах там где-то еще что-то. Это Райз был. А, все, нет, нормально. В 50-м составе у вас гардов, ну типа, да. Там на экстрих было очень много. Там никого не было с асгардом. Играем так же, ничего не ну, трогаем. Да, 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 да. Миллион осталось. Две. Да, вон у нас справа, смотрите, лежит. Нет. На другом КД вылежит. Выпало говно, ребят. Смотрите внимательно. DPS. Ты что ты ноешь? Ты танчить нормально можешь? Эфирки. Тема хотим. Ребят, три приги выпало, да? Да. Здоров, побу. Здорово, ребят. Кубов, нам демон нужен, мы без демона не дамажим. Так мы пошли в пятницу-то? Кубов, причем три разные приги, представляешь? Кубов, ты сделал себе уже демоничку? Да нафиг. Донт это Расмус, в каком спике оставаться? А, в ТТ? Войт, а вообще ты можешь оправдываться как хочешь. Что там, что ли, нету, что ли? Это лучше скрытом, мне оно нужно. А, не-не-не, я думал, что у тебя просто есть с этого с магика. Нет. Или нет. С грува с кого-то. Дана не падает. Ну, Кари, сделай себе шею, типа, нормальную. Кто на мейн, блять, ролит? Да вы все тыкаете. Дриш выиграл, ёба. Я знаю, что ты на мейн. Я консолу там вот буду, блин, раздавать. Собирать 5 штук сразу. Все правильно, души их. Мне тоже до 4Т4 еще ГП копить. Вдруг я себе... Ну, перестань. Не, на самом деле это... Пирекс, ты скоро первую шмотку упомнишь. Первую. Ну, у него 2Т4 есть. Да я не спорю. А он прошлый не лутал-то? Кока, хейл вторую. Он не сможет лутануть. Я его восстановил по ЕБшке, у него 17 сейчас приор. Ну, и все равно он не сможет лутануть, над ним еще человек 3-4. Он не скоро, да, но... Я фантом-то своим не смогу лутануть. Триш. Да. И что нужно? Чем мне нужно? Зачем тебе это 50 голды? Дриш, дай мне. Ой, пока там 4Т4 будет, вдруг я какую-нибудь шмотку сяпну. Ты вообще в 2Т8 бегаешь. А чё зашибись 2Т8? Как а, тебе тут 2Т8? Приоритет ФДК друидам, которые хилы. Вот. Вот, все, остальные уже... А, друиды у нас уже... Потому что это вообще, типа, ну, это на наглость. Ну как бы друиды нормально. Что с Федеком? Есть такой шаманизм, я согласен. Ладно, ничего, во втором рейде полутаю тогда. Да, ну точно, ретрику еще тоже два. Три с чем-то там. Но там не А показывается, там просто продается сразу 245. Там вот эти типа и эта штучка. Че, господа, товарищи, давайте. Выиграем этот рейд. Кулак обновите поваров. Да вообще фулл ребаф можно.
Да я тоже думаю. Давай ты тут тоже по этому по сверкам поработаешь. Ок. Бафните стамину. Войд, на тебе эти, ну, жуки. Да, да, черепочки на себя собираю. Черепочек мы сразу все свечимся, чтобы я босса и черепочек не танчил одновременно долго. Второго мы просто кривые. Кого? Естественно, под босса его ставишь и все. Я живу, вроде бы. А, все зависло или только у меня? Да. Да. Ура! Хоть бы этих откатило, блин, может, прикрыл. Кубоб, это все прикрыл, направо. Аж два раза. Обычно боссов не откатывают. Хрена не нужно. Кубов, у нас прошлого рейда с Пригой нету. Сейчас шмот откатят, а Валькирии нет. Вот это поворот. Три приги. Изгенерирует бан на недельку. Да он будет, как помните, в меме, там, где рыба плавает, что за хуйня, блядь. Угу. Типа приходит админ, генерирует шмот, а там, короче, зеленые щиты. Угу. Для пятого уровня. Щиты терпения. Из бунта? Да, или так. Извините, бутербродики нарезаю. Пиздец, он микрофон замутал, ты срезаешь, что ли? Ощущение, что ты МДФ пилишь, блядь. Ногу пилит. А что там аппаратом новым почитал? Никто случаем не собирает после вот этого вот? Кого? В Каражан десятку сегодня никто не пойдет. Ой, звучит очень интересно, кстати. Кто соберет? Ну, походу, никто не хочет. А чё вы ГГ СНИПа задушили в Дискорде? Так наоборот надо. Что? Она ещё оскорбляла всех, сидела. Да, а, сказала, Гудлик не дамажит, сказала. Да. Тогда не надо, тогда. Так я размутил его. Я просто забыл, но он бы сказал, никаких проблем. А как он скажет, что он замутен, а? Ну, он может дописать. Да, он не то. Вот. Чё? О, наконец-то. Ну, всё. Ребята, а можно мне после жука уехать, ну, уйти? А? Да. Мне просто, ну, в МСК гнать. Я забыл поменять. Я поменяю. Поменяй на тигра. Не, это же получается милый лев, ты говоришь, что? О, мне приятно стало. Сегодня у нас важный день. Короче, решили мы бить реально нормальную машину. Так это, я так понял, второй рейд, да, сегодня пошел? Так это Дон должен был говорить, милый, это ты, что ли? О, ребят, заходит. А ты продаешь? У нас такая одна есть.